Об этом невозможно говорить без эмоций, без слез. Город-герой Ленинград 872 дня находился в блокаде. Спектакль для ветеранов показали в Щелковском театре. Это история о людях для людей, о том суровом времени, о горе, потерях, но вместе с тем и о небольших, теплых человеческих моментах счастья, от того, что близкие еще рядом, что выжили после бомбежки, что есть во имя чего жить. Тысячи ленинградцев погибли во время блокады. Множество зданий было разрушено. Люди умирали от голода и холода. Но город выстоял. Операция «Январский гром» по полному снятию блокады Ленинграда стала финальным этапом освобождения города. Единственного в мировой истории, который смог выдержать почти 900-дневную осаду. Мы собрали полностью наш коллектив, все наши четыре направления. Это театральная труппа, духовой оркестр, солисты, вокалисты, ансамбль русской песни «Распевы» и наше подрастающее поколение – это дети. Именно эта сплоченность артистов и тема блокады затронулись самые глубокие эмоции зрителей. Это был такой грандиозный спектакль, которого вообще не ожидали. Можно было сидеть и плакать. Юлия Тимиева, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.